С 12 октября в продаже новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. Поздравили учителей, как в Печоре отметили праздник педагогов. Полярные истории. Идет подготовка к съемкам документального фильма. Кожве 65 лет. Наш фотоотчет с праздничного концерта в Доме культуры. Сводка за неделю. Произошло несколько десятков ДТП. Есть погибшие. Как всегда в номере – кроссворд, сканворд, гороскоп, программа телепередач на неделю, детская страничка. И, конечно, объявления, с помощью которых вы можете купить то, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник не выходит в понедельник, он выходит в четверг.